Привет всем, дорогие мои зрители! В сегодняшнем видео я вам покажу мои очередные парфюмерные покупочки с сайта Notino. Ящик пришел немножко разорванный, но я его здесь дорвала, чтобы посмотреть, все ли в порядке, не разбиты ли флакончики. В общем, распечатывать будем сейчас вместе с вами. Вот такой вот большой ящик. Вес этой посылочки 2678. В общем, везде посылка в порядке. Давайте мы ее будем переворачивать, чтобы было удобно. Давайте будем это все еще так вот распечатывать. Ящик, в общем-то, разорван. Фактура. И давайте будем смотреть. В общем, первое, что мне попадается, это этот пакет. Один пакет. Потом сложно его достать. Это бумага. Мы постараемся. В общем, это набор. Сейчас мы будем это все распечатывать. В общем, так здесь все выглядит. Здесь тоже парфюмерия. И здесь вот эти вот пупырышки. Итак, давайте будем приступать к распаковке этой посылки и начнем с вот этого наборчика. Вот. Многие любят этот звук пупырышек. Многие любят звук распаковки. И я для таких людей, значит, не обрезаю это в моем видео, эти кадрики, а оставляю довольствоваться вот этим процессом. Все. У меня есть первая упаковочка парфюмерии. Что здесь? Давайте посмотрим. Тяжелая, кстати. Здесь напротив меня сидит Светлана, она тоже снимает свой влог. Так. Вот такой вот набор, если я не ошибаюсь, это американский бренд. Давайте будем смотреть, что же здесь. Вот такой красивый наборчик я купила всего лишь за 5 евро. Здесь что у нас есть? Женская парфюмерия. Это стекло. Очень. Ну, так, в общем-то, неплохо сделано, если так посмотреть. Крышечка сделана из пластмассы. Ну, плотно ли закрывается? В принципе, так себе. Ну, нормально. А она вот здесь как бы должна защелкиваться, что ли. Ну, в общем-то, надо еще разобраться. Лосьон для тела и гель для душа. Давайте-ка мы откроем. А, все это запечатано. Запах классный. Я уже слышу. Ну, Света. Ага. Прикольно, да? Цитрус. Цитрус? Ну, давайте я сейчас пшикну на мою руку, чтобы Света нам сказала свое ощущение. Ну, этот цитрус, он мне
пахнет, а потом какими-то кветочками и апельсином. Какой сладкий. Апельсин або мандарина. Апельсин, мандарин. Очень сладкий. Только мне вот не очень нравится вот эта вот крышечка, но бог с ней. В общем-то, набор 5 евро. Я считаю, что это... Ой, запах очень даже ничего. Да, классно пахнет, такие сладкие. Вау, классно. Все, я довольна. Дальше я хочу вам показать следующий набор. Ой, извиняюсь за такой звук. По-моему, это у меня арабская парфюмерия. У меня еще есть два ароматика арабской парфюмерии. Заказывала я еще один парфюм от бренда Salvador Dali. Тридцаточку за копейки. Вот такую вот тридцаточку заказала за копейки. Ой, какой красивый, да? Угу. Парфюмированная вода. 30 миллилитров. Purple Lips Sensual. Вот так вот. 7 евро всего лишь. Дальше. Аромат от бренда Elite Woman. А, бренд Armaf. Это арабская парфюмерия. Я не знаю вообще, как он благоухает. В принципе, понятия не имею. Купила за копейки, буду пробовать эксперименты. И вторая упаковочка. Что у меня здесь? Сейчас мы посмотрим. Миллилитров, нишевый бренд, называется Джульетта с пистолетом, я так поняла в переводе на русский язык. В общем-то, не буду зачитывать, как на английском читается, бог с ним. Парфюм называется Eau de Parfum, 100 миллилитров. И еще один парфюмчик от бренда Armaf. Это лимитированный выпуск, оказывается. И мне очень интересно, какой же это парфюм и вообще какое оформление, потому что на сайте Fragrantica я не нашла вот этого парфюма, но купила для интереса вслепую. Это слепая, значит, покупочка. В принципе, слепая покупочка всех вот этих парфюмов. Один парфюм я вместе со Светой открыла, и мы послушали. Аромат очень приятный, да? Угу. Такой какой-то он конфетный. Вначале мы услышали апельсин, да? Да. Цитрус. А сейчас он просто сладенький, конфетный. Густой, насыщенный, и Светлане очень понравился. Я вообще тоже удивлена, что за 5 евро можно купить очень красивые ароматы. В общем-то, сейчас у меня появился ассистент, это моя дочь Света, и ей не терпится открыть еще один флакончик. Давай, бери в руки, пожалуйста. Вот такой вот аромат. Она вам сейчас его продемонстрирует. Давай тогда открывай ты. Только вот здесь вот открывай. Вот красиво. Угу. Сейчас я буду его распечатывать. Светлане очень сильно хочется открыть именно вот эту коробочку. Почему? Я
знаю, вона гарні губки там такі, просто малюночок сподобався. Так, нам треба взяти якийсь ножичок, тому що не відкривається, все плотно запечатано. Чтобы аккуратно открыть, так как мне делают комплименты по поводу того, что я очень нежно и аккуратно распечатываю флаконы. Все. Вот так вот. Видите, как все плотно здесь запечатано. Здесь уже по швам разошлась слюда. Ну давай, слюда разошлась по швам. Ну ладно. Так, Светлана, ты нам демонстрируй. Угу. Ого. Нравится? Ой, класс. Кочка вот такая вот. Да, ну давай там на свою камеру, а на твоей камере все это надо. Все отлично. Ну, очень красивый. Угу. Очень красивый парфюм. Это стекло. И, кстати, очень даже тяжелый. Так, что у нас здесь? У нас здесь 30 миллилитров. Ну, в общем-то, наверное, вы уже видели, как благоухает этот парфюм. Ну, давай. Второе запястье будем цветочный пачули. Сразу слышу пачули. Густой, насыщенный. Не знаете, что чоловіки. В свете кажется, что это мужской аромат. То есть вот такие у нее ассоциации. Наверное, надо ждать, пока он разойдется. Надо его разносить. Но первые впечатления очень хорошие. По крайней мере, у меня. И флакончик радует. Очень красивый. Это парфюмированная вода. А ну-ка. А, я не слышу. Дай-ка. Ну, мне напоминает. Мне напоминает какой-то аромат, но я сейчас не вспомню именно какой. Не хочешь відкрити? Чего? Ну, як ти там назвала оця назва? Ясно. Давай цей відкриєм. Да? Так. Это нішевий парфюм. Так. Вот такая вот упаковочка в этого бренда, у этого парфюма. Какой-то странный. Мягкий. Да, ось цей малинка. Красота невероятная. Флакончик. Очень-очень красивый. Я его очень сильно хотела попробовать, так как очень хорошие отзывы были на вот этот парфюм. Я много смотрела видео, читала про этот аромат. Здесь вот это вот краска, то есть напыленная краска будет, конечно же, стираться со временем, но это не важно. Ох ты, крышечка добротная. Заказывала я это все на сайте Notino.
Ой, какая красивая малинка. Мені Ой, какая вкусная конфетка. Шикни мені. Куда? Ну, если ты хочешь, то только вот сюда. Да? Да. Распыляет хорошо. Это железо. Это вот железо. Такое добротное железо. Осторожно, потому что можно кого-то хорошенько ударить вот этим железом. Аромат с дороги. Может быть, надо еще подождать, чтобы он постоял. Ну, как тебе? Ну, я не знаю, что он мне ассоциирует. Он очень странный. Очень странный. Что-то здесь такое молочное, да? Да. А сейчас я вспомнила, что же мне напоминает вот этот парфюм. Мне напоминает Christian Dior Hypnotic Poison, парфюмированную воду. Очень-очень похожи. Но я бы сказала, что это намного красивее и мягче звучит, ежели и вот этот, да, Hypnotic Poison. Но очень-очень красивый. Я бы сказала, это точная копия Hypnotic Poison Christian Dior. Да. Очень даже классно. Я рада, потому что мне нравится парфюм Hypnotic Poison. И поэтому я довольна, что у меня появилась копия. С удовольствием буду пользоваться. И, наверное, Света тоже. Два парфюма от бренда Armaf мы открывать не будем в этом видео. Как говорится, хорошего понемножку. И на сегодня, я думаю, все. Надеюсь, что видео вам понравилось. До скорой встречи, дорогие мои. С вами была Татьяна и Светлана. Папа! Па-па!